Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится телефон Xiaomi Redmi A1. Сейчас мы разберемся, как включить ночной режим на данном телефоне. Итак, на данном телефоне в принципе нету ночного режима, но есть две функции, которые нам могут помочь со всем этим делом, даже три. Во-первых, это режим не беспокоить. Его можно спокойно включить в панели состояния, смахните сверху вниз дважды, откроется шторка. Чтобы настроить режим не беспокоить, просто нажмите на иконку. Можно его здесь отключить, но сейчас нам нужно расписание. Просто нажмите время сна и настройте его. Дни, время начала, время окончания. У меня здесь стоит вот время начала, вы можете настроить здесь, и также время окончания. Отключать с будильником. Тоже. Включить эту функцию можно, выключить эту функцию можно. Дальше. Есть возможность также включить ночную подсветку, которая включит более желтоватый оттенок, который поможет нам и засыпать, и все остальное. Можно здесь настроить интенсивность. На камере это, конечно, не так видно, но все равно видно. И также можно еще воспользоваться темной темой, благодаря которой все будет темное. Тоже можно настроить расписание, выбранное время от заката до рассвета. Тоже вот выбранное время можно выключить. Ну, я не показал, но на ночной подсветке расписание тоже можно настроить точно так же. Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!